сибирские морозы, совсем скоро придет весна. А это значит, что приближается праздник Масленица. 26 февраля в Егорской столице пройдет первый масленичный флешмоб. Репетиция к этому мероприятию уже началась, а попасть на нее может любой желающий. Ольга Лосева пришла на первую танцевальную репетицию и ничуть не пожалела. Говорит, о подготовке к масленичному флешмобу узнала по объявлению и, не задумываясь, решила принять участие. Обещает, на следующую репетицию обязательно приведет с собой друзей. Состоится она, кстати, уже в эту субботу, 11 февраля в КДЦ «Октябрь». Требуется от нас веселое настроение, даже если мы не запомнили движение, по крайней мере, завести народ надо на данный флешмоб. Завести на танцы и веселье жителей и гостей окружной столицы весенний праздник Масленицы – главная цель участников флешмоба. Уже на первой репетиции народу собралось достаточно. Подано 50 заявлений на участие в мероприятии. Все движения простые, не обязательно быть профессиональным танцором, чтобы принять участие в акции. Никакого отбора нет, от вас требуется только позитивный настрой и хорошее настроение. Масленичный танец участниками ставит режиссер-постановщик Наталья Дмитриева. И нашей съемочной группе Наталья раскрыла секрет, что будут исполнять участники акции. Разучиваются русские народные движения, которые будут массово исполняться. Те, кто захотел поучаствовать в этом флешмобе. Чем хороша еще эта акция, она краткосрочная, можно так сказать. И тот человек, который всю жизнь мечтал станцевать в творческом коллективе, в масштабном творческом коллективе, показать свое творчество на суд большого количества людей, может запросто прийти. Участники флешмоба признаются, тренировками себя изнурять не нужно, да и просто не получится, ведь на репетициях всего несколько простых движений. Некоторые из них игровые, например, игра в ручеек. Организаторы масленичного флешмоба уверяют, придете на репетицию один раз, непременно захочется еще. Танец – самовыражение любого человека. Проводы зимы ассоциируются, наверное, с радостью. Радость, танец, веселье – это все отражается в танце. Участники флешмоба говорят, уже чувствуют приближение весны. Хотите также? Приходите на репетиции в КДЦ «Октябрь» каждую субботу. Если нет времени, 26 февраля с 12 до 3 часов на центральной площади города Ханты-Мансийска будут проходить народные гуляния. Принимайте участие в танцевальном флешмобе, и тогда обязательно почувствуйте вкус масленичного праздника.